Программа для наладки Windows. Вот я прочитал это на Microsoft Support. Даже это на русском. Ну, я читал на английском, это на русском. Вот, она называется «Использование средств проверки системных файлов, восстановление отсутствующих или поврежденных системных файлов». В общем, название длинное, но смысл, что она нормально тоже. Она как бы, ну, сканирует и ремонтирует. Вот. Ну, в общем, я пересмотрел. В общем, тут для быстроты, в общем, вот она. Тут, ну, тут написано, как ее выполнять. И она выполняется в два приема. Сначала вводится вот эта программа. Вот. И потом вводится вот эта программа. Но я еще тут есть сложности. Тут, например, если у вас сломался компьютер, тут и вот эту DSM можно провести через, ну, то есть через ремонтный диск его можно запустить, ну, через флешку. Вот это DSM. DSM это называется Deployment Image Servicing and Management. Вот это DSM очень хорошая программа. В общем, я ее взял вот эту сначала, скопировал, то есть нажал Ctrl-C и скопировал ее, ну, для быстроты, для простоты. Я ее сюда ее скопировал в Sticky Notes. Вот я ее назвал System File Checker. Вот. Ну, еще можно тут написать, что это первая команда. Вот сначала ее вводишь в PowerShell. PowerShell администратор. Потом я также скопировал вторую команду здесь. Вот это. Вот это короткое. Ну, ее можно и так написать. Ну, тоже, чтобы как бы, ну, трудно их запоминать, в принципе. И потом второй прием вот ее вводишь в эту Windows PowerShell. Ну, я просто пронумеровал, они по отдельности вводятся. Вот. Ну, в общем, и вот, если у вас тоже Windows 11, ну, там написано, по-моему, 8, 7, если она плохо работает, 10, ну, вот, это именно 10 Windows. Вот. Вы копируете вот эту программа. А, ну, цифру 1 не надо копировать. Вот это копируйте DSM. Вот эту команду. А, ну, я не знаю. Наверное, надо сразу и две, что ли, скопировать. Как же сделать? А, ну, тогда вот так. Как их скопировать? Тут сделать тогда пространство какое-то и сюда. Вот это, чтобы сразу вам эти sticky notes закрыть. Ну, так можно оставить потом их. Ну, чтобы не забыть, что это в два приема они вводятся. Не одновременно. Вот. Потом нажимаете Ctrl-X. Открываете Windows PowerShell администратор. Так. Даете согласие на то, что она будет, ну, изменять работу вашей операционной системы. У вас открывается Windows PowerShell. Так, и сюда, в общем, ну, если она у вас барахлит, ну, также можно примерно через полгода ее проводить для профилактики. И копируйте быстро ее. Ух ты, что это странно. Странно у меня скопировалось как-то. Что-то у меня PowerShell неправильно как-то открылся. Мы второй раз попробуем. Так. О, первый раз у меня такой какой-то что-то компьютер барахлит. Ну вот вы сначала вот это, только сначала выводите DSM программу, ну, то есть первое. Ну, в общем, ее еще вот тут перед тем, как ввести, можете еще перепроверить.
вот это открыть свою записную книжку и перепроверить. То есть сначала выводите вот эту. Ну, в принципе, вот эту вторую можете не копировать, ее можете на бумагу записать. Вот это SVC пробел ScanNow. ScanNow, две буквы N, слэш ScanNow. Ее можете на бумаге записать и вручную ввести. Ну, вот это, наверное, трудно вручную вводить долго. В общем, скопировали вот эту. Так. Ну и, например, вот так быстро ее вот скопировали все. И, в общем, ее нажимаете ввести. И вот это DISM, вот это Deployment Image Servicing and Management, он будет работать примерно 1.5 часа. По-моему, не надо перезапускать, он прямо здесь будет, ну, на экране будет происходить вот эта работа. Он там будет отображаться 10-20% проведено работы. Вот, и когда она завершит вот это DISM работать, только надо дождаться, ну и убедитесь, что у вас все работает хорошо, чтобы компьютер не отключился, чтобы команда 2-3 часа проработала, и там будет написано, что полностью проведена работа и закончена команда. И тогда уже введете вторую команду, вот эту, где она у меня, ну вот это SVC, у меня она на бумаге еще записана, пробел, слэш, scan now. Вот эта команда тоже нажимаете enter, она тоже у вас будет работать примерно, ну, проводить работу примерно 1.5 часа. Вот, то есть для этого нужно выбрать время, когда вы ничего не делаете на компьютере. Ну, когда вы нажимаете enter, вы, в принципе, можете пойти на улицу, сходить в магазин, вот так. Но главное, чтобы у вас вот компьютер работал. Ну, и чтобы команда, да, ну, завершила свою работу полностью. Там будет написано, что вот эта команда провела сканирование, ну и не нашла ошибок. Или если найдет она ошибки в программе Windows, она напишет, что команда провела работу и сделала некоторые исправления. Ну, в общем, вот это очень полезное тоже. Для профилактики Windows очень полезны вот эти две команды. Все, вот это, в общем...